Друзья, всем привет! Сегодня я свяжу муху, которая называется оса, муха из пенки. Начинается сезон ловли по открытой воде. В первую очередь всех будет интересовать, конечно же, ловля головля. Эта муха может быть использована как при ловле нахлыстом, так и при ловле спиннингом. Но, как правило, для ловли спиннингом используется бомбарда, наконец. Бомбарды прицепляется поводок и уже туда вешается эта муха. В интернете огромное количество вариантов изготовления этой мухи. Делается она на различных крючках, из различных материалов вяжется. Ну, я имею в виду ножки, крылышки. Конечно же, основной материал для изготовления этой мухи у всех – это пенка. Сегодня я свяжу свой вариант. В этом фильме вы увидите, из каких материалов я это делаю, ну и расскажу о некоторых тонкостях изготовления этой мухи. Итак, переходим к изготовлению. Для изготовления этой мухи я буду использовать крючок TMC-2302, размер 8. Монтажная нить черного цвета. Начинаем делать подложку. Так, начинаем вязать брюшко осы или пчелы. Для этого я вырезал вот такой вот треугольник из пенки. Вот здесь у нас ширина порядка 8 миллиметров. Закрепляем эту часть на загибе крючка. Дальше. Следующий элемент, который я буду использовать при изготовлении своей мухи, это будет у меня шерстяная нить черного цвета. Делаю я это для того, чтобы сделать обмотку по телу брюшка. Многие раскрашивают фломастером перманентным брюшко, но фломастер не очень удобен, чем он, во-первых, пачкается очень сильно, во-вторых, при многократном использовании мухи он стирается, а этот материал будет придавать нашей мухе, во-первых, дополнительную жесткость, а во-вторых, он будет придавать рисунок на брюшке нашей мухи. Итак, берем шерстяную нить, складываем ее пополам и привязываем вместе, где мы уже начали крепить наше брюшко. Доводим монтажную нить приблизительно до там середины цевья крючка и начинаем здесь прикреплять нашу вторую часть брюшка. Это также пенка. Ширина пенки здесь 4 миллиметра. Закрепляем ее. Цевьё смазываем небольшим количеством клея, чтобы у нас пенка держалась. Клей я здесь использую специальный для пенок, чтобы он не съедал
материал. И начинаем теперь обмотку по цевью крючка, создавая как бы брюшко нашей мухи, нашей осы. Так, довели до конца и теперь возвращаемся в обратную сторону. Вот у нас получается такое объемное тело. Закрепляем оставшийся конец. Лишнее мы отрезаем. Дополнительно крепим здесь, закрепляем нашу пенку. Ну, данная муха, конечно же, не является реалистичной. Она у меня не соблюдает пропорции тела осы. В первую очередь меня интересовал, конечно же, момент. Это чтобы был силуэт, похожий на осу у этой мухи. Ну и приблизительно, чтобы она была действительно сама вся похожа на осу, эту муху. Так, закрепляем. Отлично. Вот у нас получилось брюшко осы. Такое вот объемное. Теперь я беру шерстяную нить и начинаю обмотку по брюшку, тем самым придавая дополнительную прочность нашему телу, плюс рисунок у нас получается на брюшке. Сегментация такая вот ярко выраженная будет у нас. Так. Закрепляем остаток шерстяной нитки. Лишнее отрезаем. Возвращаясь к самой мухе. Я уже говорил, что, конечно же, эта муха не является как бы реалистичной. Поэтому здесь многие пропорции не соблюдены, но нашу основную задачу, которая требуется от этой мухи, туловистость, она была при изготовлении этой мухи достигнута. Так, теперь нам необходимо чуть-чуть закрепить вот эту шерстяную нить на теле, чтобы она не сползала. Для этого я беру UV-гель и небольшое количество наношу на вот эту вот боковую часть мухи. То есть все я не покрываю, я только лишь где идет у нас вот эта вот боковая часть. Используется UV-лак для того, чтобы закрепить нитку.
вот эту вот шерстяную нить чуть-чуть размажем, чтобы у нас это легло таким ровным тонким слоем. Ну и дальше немножко закрепляем это все UV-фонариком. Итак, брюшко нашей мухи готово. То есть у нас получается такое объемное тело, плюс сегментация ярко выраженная. Ну, теперь переходим к следующему элементу. Это крылья. Крылья данной мухи я буду использовать из пера петуха со скальпа. Коричневый цвет. Беру два пера. Вот, взяли два пера. Смотрим приблизительно, какой размер у нас мы должны оставить здесь. Ну, получается, длина крыльев у нас будет приблизительно равной длине брюшка. Остальное мы убираем. Так, вот у нас два крыла. Я освободил подбородок, большую часть. Теперь мы делаем как бы эти два перышка в перехлест таким вот образом, накладываем на нашу муху и закрепляем перья. Теперь что мы делаем? У нас вот крылья немножко получились длинными, я чуть-чуть их укорочу. Буквально там несколько миллиметров. Так, смотрим, чтобы они у нас были одинаковой длины. Так. Выровняли, теперь начинаем их до конца закреплять, наши крылья. Лишнее мы убираем. Так, крылья готовы. Отлично. Так, теперь мы начинаем делать усики нашей мухи. Усики можно делать из различного материала. Вот, например, вот на этой мухе у меня усики сделаны из бородок хвостового пера фазана охотничьего. Вот на этой мухе я использовал щетину кабана. Почему я решил использовать щетину кабана? Ну, потому что она более прочная, чем бородки пера, вот, фазана, и более долговечные, более прочные, и будут служить больше и дольше. Так, берем две щетинки кабана. Прикладываем их к цевью крючка. Несколько миллиметров оставляет до колечка, то есть я не креплю их близко к кольцу. Буквально вот там чуть-чуть. Так, вот у нас усики получились. Можем их сделать чуть-чуть покороче. Можно оставить такие, в принципе, это ничего страшного. Еще раз повторюсь, пропорции практически все не соблюдены. В этой мухе основная задача, чтобы муха была уловистой. Так, разводим их. И закрепляем. Все. Вот у нас получилась как бы такая буква В английская. Мы развели усики в сторону, закрепили. Теперь мы их закрепляем дальше. Лишнее обрезаем.
Так, следующий элемент – это глазки. Глазки я буду изготавливать из монофильной лески. Диаметр лески 0,8. Беру 2 сантиметра этой лески. Беру пинцет. Зажимаю леску в пинцет, выравниваю ее, чтобы она у меня была леска ровная с одной стороны и с другой стороны. Теперь берем зажигалку и начинаем чуть-чуть поджигать. Вот она начинает гореть. Когда доходит до пинцета, делаем вот таким вот образом. Все, одна сторона готова. Следующая сторона. Опять же, доходит до пинцета, и мы это все гасим. Вот у нас получились глазки. Сейчас они остынут у нас. Итак, глазки у нас остыли. Получились такие аккуратные, хорошие глазки. Глазки надо устанавливать тоже. Бывает. Устанавливаем их тоже в нескольких миллиметров от наших усиков. И начинаем восьмеркой закреплять наши глазки, чтобы они у нас плотно держались на цеве крючка. Так, теперь берем немного клея, буквально маленькую-маленькую капельку. Готово. Снизу также еще делаем обмоточку, восьмерочку. Все, глазки у нас готовы. Так, поехали дальше. Брюшко готово, крылышки готовы, глазки, усики. Теперь начинаем изготавливать ножки. Ножки делаются из различного материала. Это может быть и силиконовые ножки, это могут быть и ножки из меха косули, оленя. Кто-то делает из бородок фазаньего пера, то есть различные варианты. Я свой вариант буду делать из пера петуха. Использовать я буду черный и желтый цвет. Два пера буду вместе. Перо со скальпа петуха. То есть вот желтый цвет, черный цвет. Берем два пера, складываем их вместе. Вариант достаточно прост. Но функционал ножки свой выполняет. У нас самая главная задача, это как вот во всех мухах из пенки для головля, чтобы был хороший плюх, дальше на воде был силуэт, чтобы муха держалась на поверхности воды. Так, здесь обрезаем, прикладываем к крючку и приматываем. Так, ножки мы сделали. Тело мухи я буду делать из пенки черного цвета. Вот я вырезал из пенки черного цвета полоску шириной 4 мм. Прикладываю. Немножко у нас надо отвести назад.
перья, чтобы мы не закрепили их вместе с пенкой. И начинаем крепить пенку. Так, закрепили. Так, теперь следующее. Продолжаем формировать тело нашей мухи. Я буду использовать такой материал, как дабинг черного цвета. Материал очень интересный, блестит с такими дополнениями из блестящего люрекса. Черный цвет с каким-то там переливанием, таким зеленоватым, как у павлина. Цвет такой какой-то, что-то близкий к павлиниму. Много дабинга брать не нужно. Обматываем глазки наши, возвращаем обратно. И теперь начинаем обмотку пером петуха. Тем самым будем формировать ножки нашей мухи. Так, нам нужно немножечко загнуть бородки пера, чтобы они у нас ложились аккуратненько. Так, начинаем обмоточку, отводя назад бородки пера. Количество оборотов, ну, 3, так немножко на неком расстоянии друг от друга. 2, 3. И закрепляем. Так, закрепили. Лишнее отрезаем. Теперь мы берем вот эту полоску и, раздвинув чуть-чуть бородки пера петуха, мы прикладываем ее вперед на нашей мухе. Так, закрепляем сначала перед глазками. Сколько здесь? 3-4 оборота, больше не надо. И теперь закрепляем за глазками. Так, смазываем монтажную нить лаком. И обматываем нашу пенку. Тем самым мы закрепляем как бы нашу монтажную нить. Так, лишнее мы отрезаем. Здесь у нас какие-то финишный узел. На всякий случай еще. Лишнее убираем. Промажем место соединения еще раз лаком. Закрепим
Так, и теперь мы небольшие такие штрихи нашей мухи. Здесь немножечко снизу подрежем, чтобы было похоже действительно на ножки. Так. Ну и немножко подкрасим перманентным фломастером глазки. Чуть-чуть сделаем их более темными. Все, муха готова. Еще раз повторюсь, эта муха не реалистичная. Она в первую очередь предназначена для рыбной ловли. Свою функцию по уловистости она выполняет. Вы все прекрасно знаете, что основная задача, которая требуется от мухи из пенки при ловле головля, это чтобы был плюх в воде, дальше силуэт по воде, и уже после этого мы начинаем проводочку этой мухи. Итак, на этом я свой фильм заканчиваю. Если он был вам интересен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, и до следующих встреч. Увидимся на канале. Всем пока!